Так, всем привет. Ну вот просили по пистолету рассказать. Значит, поставляется вот в такой сумке. Здесь, значит, сам пистолет. Так вот выглядит. Такая балда. Сам пистолет. Обойма у него фиксируется, вставляется гвозди, потом нажимается кнопочка, и он отщелкивает. Вот, ну здесь также этот там предохранитель, да, на ствол. 5 стволов, вот это первый ствол. Вот сумочка. Тут еще 4 ствола. Ну, я покажу. Один аккумулятор. Он тоевский, 18-вольтовый, но вот у них какая-то линейка пошла 21 вольт. Хотя он должен быть тот же, эти 18-вольтовый. Ну, с индикацией. Кстати, вроде как чуть-чуть не подходят 18-вольтовые тоевские. Поставщик сказал. Этот адаптер для зарядки. Клипса, кстати, сейчас покажу. Зарядник сам. Ну, зарядник понятно для какого рынка, да? С таким штекером. 220 вольт такого плана, ну стационарный уже хорошо. Так, что там, бумажки, очки, беруши, ну и все, гвоздей немножко. Короче, обойма короткая на 20 гвоздей. Он вставляется. Нажимается. Все, защелкнули. Так. Ставили. Скоба. Такая скоба. Три положения. Вот, чтобы не мешало, вот, вешать. Да, на стремянку там, на пояс. И положение, чтобы не мешало. Вот, на сейчас. Стреляем. Здесь кнопка нажимается, включили, загорелся индикатор зеленый. Тут куча каких-то квадратных букв. Стреляет. Ну, нормально, газа нет. Класс. Такая вот все тоя. Такая вот приблуда. Конечно, развесовка у него такая, никакая. Если ну, тяжелый, наверное, так же весит, как и обычный. Вот, пистолетик. Маркировка, да, модельки. Как здесь все выглядит. Уже этот предохранитель. А выключается он тоже. Нажали, выключили. То есть, ну, как аккумуляторный пистолет без газа. Там надо нажимать кнопочку, чтобы он начал работать. Короче, в чем тут подвох? Тут, короче, 5 стволов, да? Один такого плана. Такой. Такой вот. А, они легко меняются. То есть здесь скоба снимается, и все, ствол вытаскивается, ставится новый. Запасная скоба, кстати, есть в комплекте. Этот ключик шестигранник. Скобу достану. Удобная сумочка. Вот такой вот ствол. С магнитиками. Ну, наверное, для какой-то крепеж. И такой. Короче, что касается электромонтажа, вот клипса, да, под пистолет, она, этот ствол в клипсу не заходит. Он получается по диаметру больше, ну, я не знаю сколько, на пару миллиметров больше. То есть надо либо токарю заказать проточку, либо просто токарю заказать
такую же деталь. Ну, я, наверное, буду просить мне подточить чуть-чуть эту насадку, этот ствол, и еще один такой же, чтобы он мне сделал. Вот. Ну, собственно, вот такая вот игрушка взамен Toy 50. У меня Toy 50E GSN, которая даже две штуки у меня их. Вот, ну попробуем, как бы, как она себя покажет. Опять же, надо сначала ствол доработать. Для общестроя, конечно, тут вот этот идет и вот этот ствол. Кстати, где-то видел, что каким-то стволом вот из этих можно эти гвозди забивать, если собирать там деревянный каркас. 90-й, 100-й, 120-й, там, ну, любые. Но это не точно. Вот, как-то так. Такая вот сумка. Ну, сумка тоже, что, нормальная сумка. Такая же, как и до этого той. Ну, это, видите, специально под эту модель. Вот. Ладно, всем спасибо, всем пока.